Банде Гуру Пададандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарана Дайам Гопиджана Самаюктам Бриндаваном Манохар Ванча Калпатару Вашакипасинду Бхавача Патитананг Павуне Бхавишнабхибхьо Намо Нама Мукан Кароти Вача Ланг Пангун Ланг Хайтагирим Ядки Патам Ханг Банди Парамананда Мадавам Бриндавай Тусидеббай Пиявай Кешвасача Шна Бхакти Паде Деви Саттваттвай Намо Нама Нараяна Намаскритта Нарун Чайва Нараттам Девин Сарасватин Вясам Тато Джайо Мудире Санкиртане Кришна Катопудеш Гаурия Патрашу Пракаса Неча Садханурагта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамадакша Джагод Баруна Дхейям Сада Парибхавагнам Авишта Духам Тетас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Виттаттихам Панатапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чарна Аравиндам Джатпада Паллаванакачандамани Чатая Бисвуриджита Кимапикабхавадуша Дарша Пурнану Раграса Сагара Сара Мурти Сарадикамай Кадакитам Кируши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитанан Си Аддвайта Гададхар Сивасади Гаура Бхактавинда Си Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддвайта Гададхар Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Аджануламбита Бхужо Канука Бодатум Санкиртаной Кавитару Камуна Йотакшу Вишамбару Диджавару Джугадхарма Палу Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Диббарупам Бхуктинча Муктинча Дадасиниттам Бхаванурупенна Саданаранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Вибушитавам Бхагам Нараяно Прияманунга Мадапхарам Барана Сипурапати Бхаджави Шанатам Вагиша Джушу Бадане Лакшмир Джасача Бхакшаси Джасьясте Хиде Самби Твам Нишинга Махам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Джатроттама Слока Гунана Вадха
prastuyate grahma katha vighata nishabhyamanam manudhinam mamukshur matim satim jachati vasudeve jatrottam asloko gunanu vadaha prastuyate grahma katha vighata nishabhyamanam manudhinam mamukshur matim satim jachati vasudeve Gauriya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta, Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahamsa Jagadguru told, preaching can be done both ways. Gauriya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta, Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, проповедь может осуществляться как позитивным, так и негативным путем. Негативная проповедь очень проста, очень быстра, однако ее результат не будет существовать долго. Позитивная проповедь медленно оказывает свое влияние, производится медленно, но ее плоды вечны. Негативная проповедь очень быстро осуществляется очень быстро, но ее результаты не особо благоприятны. Агасура, Бакасура, Путана, Камса, Джарасандха, Шишупала, также проповедовали, но делали это негативным образом. Агасура, Бакасура критиковали Кришну, другие демоны нападали на него, Камса хотел убить. Вы можете заметить, что плохие новости разлетаются моментально. Например, в Майяпуре может находиться возвышеннейший саду, который готов на каждого пролить свою милость, и мало кто заинтересован в этом, а новость о нем, о его присутствии в Навадвипе мало кого интересует. Но если что-то произойдет, какой-то грязный случай, то даже в газетах об этом напишут моментально. Как я ранее говорил, если собака укусит человека, ничего удивительного в этом. Но если человек укусит собаку, то это будет действительно новостью, которая разлетится повсюду. Итак, Джарасанда и другие демоны также проповедовали, но делали это негативным образом. Вспомните, как сказал Прабхупад. Парикрама пати, Гаурмандал Гаурдам парикрама ричинг. Когда Гаурмандал парикрама достигла Куладвипа, преданные не сделали ничего плохого, но люди, местные люди начали бросаться в них камнями. Многие преданные были ранены. Эти люди хотели убить Прабхупаду. Но преданные смогли спасти Прабхупаду и спрятать его в домах местных жителей, в доме местных жителей. Шакешва Госвами Махарадж в тот момент поменялся с Шрилой Прабхупадой одеждой для того, чтобы спасти его жизнь. Нечто подобное было в истории с Рамануджачарьей.
и Курешам. Разбойники хотели, чтобы Куреш стал шайва, то есть стал поклоняться Шиве. Из этого они выкололи ему глаза. Поскольку Куреш был не готов, они выкололи ему глаза. Когда его Гурупад Падма увидел, что произошло с его учеником, он расплакался. Тогда он возмолился Господу: «О, Прабху, ты должен наделить глазами этого преданного». И тогда Господь дал ему трансцендентное видение. Нашими материальными глазами мы видим лишь грязные вещи, одну материю. Но когда у нас разовьется Апракрита Даршан, мы обретем Вайкунтха Даршан. То есть мы сможем видеть трансцендентное. Именно это произошло с Курешем. Все, что происходит в жизни преданного, он воспринимает как что-то благоприятное. И после случая, когда Прабхупаду хотели убить, он сказал, что хорошо, что это произошло. Благодаря этому многие-многие люди узнали о нашем существовании, а нас написали на главных страницах газет. Новости о случившемся были опубликованы на первой полосе на многих газет. Преданные предлагали Прабхупаде обратиться в полицию, но Прабхупад сказал: в этом нет необходимости, то, что произошло, очень способствует нашей проповеди. Сам Господь устроил это. Итак, Агасур, Бакасур, другие демоны, если мы поразмышляем, в действительности они являются замечательными проповедниками. Когда Кришна был совсем маленьким, всего несколько дней от роду, Путана пришла к нему для того, чтобы убить его, и история обо всем произошедшем с Путаной и Кришной разлетелась повсюду. То есть, если мы посмотрим с позитивной точки зрения на деятельность демонов, мы поймем, что они замечательные проповедники. Точно так же однажды во время парикрамы один человек подал заявление в полицию, что Прабхупада похитил. Посуду для приготовления пищи. Один землевладелец написал это заявление. И один и другой человек, очень также занимающий влиятельное положение в той местности, пришел в полицию и сказал: «Я также хочу написать заявление». «Какое заявление?» — спросил офицер. «Мой пруд своровали.
Офицер удивился, как это возможно. Вы же такой уважаемый человек, как вы можете говорить подобное. То есть, что за ерунду вы несете? Я знаю, что это невозможно. Но знаете, даже если пруд можно было бы своровать, невозможно, что Прабхупад, Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Прабхупад мог что-то украсть. Я прошу вас закрыть это дело. Еще одна подобная история. Туласидас же на Туласидаса напал один мусульманский царь. Преданные в действительности всегда находятся под защитой. Бхагаван Шри Кришна говорит Арджуне. Who is there who has capacity to get control over mind? Somebody can get control over you and me. Some king come invade one, country and conquer. But his failure to get control over his mind. Даже если какой-нибудь президент, какая-нибудь страна захватит нашу страну и поработит нас, они не смогут подчинить себе наш ум. Наш ум очень беспокойный. Например, Равана, великий правитель, великий демон, так и не смог подчинить себе ум, свой ум. К примеру, Гаури Кишордас Бабджи Махарадж, казалось бы, с внешней точки зрения, был абсолютно беден, абсолютно нищий. У него ничего не было, никакой собственности. Прабхупад объясняет это. Думайте, что если если преданный проявляет смирение, значит, он очень слабый. Но на самом деле смирение Тринада Пибхава дарует такое могущество, что с ней не может сразиться ничто не может с ней сразиться, сравниться. Равана повелевал материальным миром, адскими планетами. Повелевал Гандхарвами и так далее, но подчинил ли он себе свой ум? Подчинил ли он свой ум себе? Нет. Арджуна был очень прямолинеен. Он сказал: «Кришна, ты даешь мне наставление подчинить себе свой ум». Но это невозможно. Мой ум подобен ветру. Как я могу остановить ветер? Никто и ничто не может остановить его движение. Как у нас было так, что 250 км в час скорость ветра, кто что может поделать? Думали, что крыша снесет у всех домов. Меня предупреждали, что у Гошалы крышу снесет, но я сказал, что Кришна ответственен за нее, Кришна и Гомата ответственны. Что я могу поделать?
И когда был ураган, очень многие, многие дома пострадали, крыши посносило. Но в Гошале все осталось по-прежнему, все как и прежде. Она не пострадала. Итак, я, как я сказала, мы должны полностью предаться на 100%, находиться в 100% зависимости от Господа, полностью полагаться на Него. Если вы на 100% это не сделаете, это говорит о том, что вы все равно несете ответственность за себя сами. Вы ответственны за то, что происходит с вами. Как, вспомните, мы, когда мы говорили о тех, кто оставил Прабхупаду, он сказал, что я могу сделать с ними? Они уже оставили Тринадапи, оставили свое смирение, оставили свое предание. Теперь мы можем только пожалеть их, потому что они выбрали положиться на себя. Ведь смотрите, если ученик не положился на гуру, что может поделать гуру? То есть если ученик не предался, что может сделать гуру? Гуру и ученик должны быть крепко связаны друг с другом. Но если ученик противостоит этому, что может сделать гуру? Is the same plain idea, no complications. If I can get in touch with Bhakti Siddhanta Saraswati, Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, Gaudiya Math, then I challenge you. Those who deserve they are in Gaudiya Math, I challenge they are not in Gaudiya Math. Openly I declare. Because Prabhupada speaking, all of them not staying in, some of them. Прабхупад говорил, что далеко не каждый, кто живет в Гаудия Матхе, по-настоящему там находится. Они физически могут и жить в Гаудия Матхе, но если при этом они не следуют наставлениям, нашей Гуру Варги, и при этом делают то, о чем они никогда не говорили, делают то, что никогда не говорил Прабхупад и Бхактивинода Такур, нельзя назвать их жизнь Матхавасой. То есть нельзя сказать, что они живут в Матхе. It can be possible for you. Abhyasena tukantiyo vairagyena shamiya. And you can get control of your mind. Vairagamin, your mind is now in favor of your bhajan. Otherwise, vairagva, I can show you, torn cloth, everything. But my mind is not going to cooperate with my bhajan. Vairagya бессмысленно, если наш ум блуждает, если мы не подчинили его своему баджану. Ложная вайрагия хуже, чем полное отсутствие баджана, чем полное отсутствие вайрагии. То есть гораздо хуже притворяться, что вы отреченный, чем не являться отреченным. You are going to sow all my sense organ is under my control. But Бхагаван говорит, вы должны отдать мне свои органы чувств. И прекратить думать о материи. Then in the arthesu what will rest mithacharu sauchyate is a liar. Is copper is more dangerous. So,
Arjun asking this way, and our Uddhav is also very straightforward. Arjun is also great devotee. Arjun is not Mundeshwar. But if несмотря на все вопросы Арджуны, он не является обусловленной душой. Если бы он не занял платформу вопрошающего, то есть платформу, на которой в действительности находятся все обусловленные дживы, то есть на поле битвы Курукшетра он представляет обусловленные души. Если бы он не занял это положение и не стал задавать вопросы Кришне, у нас не было бы Гиты. То же самое сделал Парикшит Махарадж ради блага всех живых существ, ради блага материального творения. Парикшит Махарадж задавал один за другим вопросы Шукадева Госвами. И благодаря этому появился Шримад Бхагаватам. Да, конечно, Бхагаватам существует с незапамятных времен. У него нет начала. Он вечен. Однако Бхагаватам и из лотосных уст Шукадева Госвами все равно, что сладкий плод, надкушенный птицей, попугаем. Известно, что это самые сладкие плоды, которые кусает попугай. Кто я? Почему я погружен в майю? Спрашивает Санатана Госвами. Это вселенский вопрос, интернациональный вопрос. То есть каждая дживатма должна задаться этим вопросом. Но этого почему-то не происходит. Она, ты, он должны задаться этим вопросом. Именно такие вопросы, вопросы, касающиеся всех живых существ, задают наши махаджаны. И благодаря их вопросам мы получили абсолютные ответы. Ответы, которые предназначены для каждого живого существа. So long as we are going to accept the mode of Harikatha Kirtan, that is the highest way, topmost way. But everybody cannot accept it. So Bhagavan has to. Харикатха и Киртан — это самый высший и самый простой путь к совершенству, но далеко не каждое живое существо готово принять его. Поэтому Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве на вопрос Удавы, как преодолеть тригуны материальной природы. Удава не глуп. Шримад Бхагаватам говорится, что очень легко, служа Гуру и Вайшнавам, обусловленная душа выйдет из-под влияния тригун материальной природы. На это Прабхупад говорит, вы считаете себя разумными. Я знаю, что вы считаете себя разумным. Да, вы разумны, но в соответствии со своими представлениями, в соответствии со своей, со своим измерением, но не с точки зрения Бхактивинода Такура и не с моей точки зрения, говорит Прабхупад. You are getting this body for only 2 days. You are getting this body only for 2 days. 2 days. What is your identity in respect to this? Вы получили это тело всего на пару дней. Если какова длительность вашего существования с точки зрения вселенной?
вы получили его на очень короткий период. Если вы не воспользуетесь этим редчайшим шансом и не найдете ответы на главный вопрос. Сейчас существует очень много разнообразных лекарств. Однако от смерти лекарства нет. Начиная от маленького муравья, заканчивая Брамой, все и каждый должны умереть. И Бхагаван говорит, что ты должен найти решение, найти выход из колеса самсары. Любой ценой, вы должны завладеть амритой. Какой амритой? Бхагаватамритой. Нам не интересна амрита с райских планет, в ней нет смысла. Когда Шукадев Госвами говорил Бхагават Катху Парикшит Махараджу, собрались полубоги с райских планет, пришли, чтобы послушать Шримад Бхагаватам. Они принесли с собой амриту и предложили Шукадеву Госвами: пожалуйста, мы принесли с райских планет амриту, дай, пожалуйста, ее Парикшит Махараджу, чтобы он не умер, а нам отдай Бхагават амриту. Шукадев Госвами сказал: они умны, как шакалы. Они очень хорошо знают свою, понимают свою выгоду. И Шукадев Госвами не стал даже отвечать им, он даже не взглянул на них. Потому что они были лицемерами. Они могли прийти и сказать: пожалуйста, можем мы тоже послушать Бхагаватамриту? Тоже, мы тоже в ней нуждаемся. Нуждаемся в, катхе, в нектаре Бхагаватам. Но они хотели провернуть сделку. Они считали, что они равноценны. Бхагаватамрита и амрита с райских планет, которые даруют бессмертие. Бхагаватам — это все равно, что Бхагаван. Как можно Бхагавана променять на амриту с райских планет? Это оскорбление лотосным стопам Бхагавана. Поэтому Шукадев Госвами даже не взглянул на них. Он полностью их проигнорировал. Like our minister, one cabinet, one minister take. This way. After that, they can also go away. A new team, new minister cabinet can be formed. This is the condition. So this way you have no right to see. So Sukhdev Goswami is speaking to Parikshit Maharaj. Шукадев Госвами говорит Парикшит Махараджа. Раджан. Topmost in the sense, all different sastras, all rishi munis, all bhajan. They jointly came into this conclusion. Eta nibritamananam michatam akutubhaya. Nobody is fearless in this material world. If you ask, some or other kind of fear is of the following. Nobody can say, I am fearless. Муни и Риши заключили, что этот путь самый возвышенный. Никто в этом мире не может сказать, что он не испытывает страха. В той или иной степени каждый боится. Посмотрите, загляните в свой ум. Загляните внутрь себя. Осознанно или неосознанно страх присутствует в нас. Но чистый преданный, чья жизнь полностью посвящена
лотосным стопам, Садгуру и Бхагавану, не испытывает страх, потому что он знает, насколько относителен этот мир, и знает, что за все несет ответственность Нитьянанда, что он полностью зависит от Нитьянанды. Баларам управляет этот миром. Если кто-то восстанет против Прабхупады, ему придет конец. Итак, если кто-то хочет полностью избавиться от страха, необходимо полностью предаться лотосным стопам Нитьянанды. Осуществить праврити и неврити. То состояние, когда мы не хотим больше смотреть на этот материальный мир. То есть если здраво посмотреть на наслаждение, которое предоставляет этот мир, то станет очевидным, насколько они грязны, низки и бессмысленны. И по-настоящему разумный человек не станет бежать за ними. Если мы станем воспевать славу Бхагавана, это станет решением существующих в этом мире проблем. Решением проблемы страха. Прабхупад часто говорил, если вы станете проповедовать что-то, что не говорил ваш духовный учитель, что-то, что вы не получили от Гуру Варги, вы понесете за это полную ответственность. Мы должны строго следовать Гуру Варге. Между нами не должно быть ни единой, то есть ни на шаг мы не должны отступать от них. И если мы обладаем оратовскими способностями, если в нашей судьбе есть какой-то запас благочестия, какой-то запас удачи, то у нас может появиться тысячи учеников. Но хорошо, сейчас есть много гуру, у которых сотни, сотни тысяч учеников. Но покажите среди этих учеников хотя бы одного, одну самосознавшую себя душу. Более того, покажите хотя бы одного из этих духовных учителей, самосознавшего себя преданного. Хотя бы одного самосознавшего себя преданного среди этих духовных учителей. Что такое проповедь? Это не сухая философия. Проповедь — это то, что вы прочувствовали в сердце, когда вы сами следовали, когда вы совершали садхану, и потом в процессе садханы ваше сердце пришли осознание, и вы прочувствовали. Вот этим вы можете поделиться, это, об этом вы можете проповедовать. Прежде чем послать Шрилу Бхакти Шрила Бхакти Хридабон, Госвами Махараджа и других проповедников на Запад, Шрила Прабхупада совершал глубокий баджан. Он произнес очень сильную речь. Он сказал, не забывайте, что на вас лежит ответственность за проповедь Шри Чайтанья Махапрабху. Не забывайте, что вы берете на себя ответственность за Гаудия Матх, за проповедь Гаудия Матх. То есть не добавляйте даже
То есть ничего от себя не добавляйте и не меняйте учение Шри Чайтанья Махапрабху в точности, доносите его до жителей других стран. Они могут отвергать вас, а порой могут принимать. Вы увидите много роскоши, но не забывайте. Не забывайте, что вы ответственны за Гаудия Матх. Вы должны сделать свое сердце неотличным от сердца нашей Гуру Варги. А если вы будете стремиться к признанию, вы не сможете проповедовать. Вы знали, что Бхататари хотели убить Махапрабху? Они уже были готовы сделать это. Или буддисты раздавали грязный рис, называя его Махапрасадом. Что произошло? Птица схватила этот рис и на гуру этих буддистов уронила этот рис. Бросил этот рис. Итак, Бхагаван Шри Кришна хотел обучить Удаву осуществлять проповедь так, чтобы каждое живое существо смогло получить благо. Несмотря на то, что Бхагаван, что Бхактивинод Такур не ездил за границу, его труды известны по всему миру. И так устроил Бхагаван. Точно так же, как Гуру Кишурдас Бабаджа Махараш не покидал пределы Бхараты, но о нем знают, поскольку этого захотел Бхагаван. Харер нама анукиртанам. Анукиртанам означает получение силы от Гуру Варги. Когда вы слышите, когда вы услышали от Гуру Варги, то есть, прежде всего, мы должны установиться, утвердиться в следовании Гуру Парампаре. Анукиртанам — беспрерывный киртан. То есть это одно из значений этого слова. Второе значение — находиться под руководством Гуру Варги. Когда Уддхаджи спрашивает Кришну, как преодолеть материальный мир, Бхагаван мог бы очень легко, очень быстро ответить на его вопрос. Он мог бы сказать, просто служа чистому преданному. Нужно было просто произнести эту шлоку. Или вот это. Но ведь далеко не каждый имеет возможность получить, принять прибежище у чистого преданного.
Поэтому должен быть какой-то путь, чтобы каждое живое существо могло прогрессировать. Да, сразу же достигнуть абсолюта у них не получится, но постепенно, какой-то постепенный прогресс необходим для них. Как я объяснял пару дней назад, постепенно при помощи сатва-гуны мы должны победить тама и раджа-гуну. Если мы посмотрим вокруг, то поймем, что сатва-гуна не так уж часто можно встретить, не так уж часто можно увидеть. Однако она доступна в материальном мире. И, конечно же, она гораздо лучше, чем тама и раджа-гуна. In your life, you can test. If satogun is a predominating factor in your life, you can check yourself. If satogun is a predominant factor in your life, if tamogun like to get entry into a, cannot get entry so easily. If satogun is a predominating factor in your life, и вы можете на собственном опыте проверить, что если вы утвердились там в сатва-гуне, то тама и раджа не так уж легко будет проникнуть в вашу жизнь. Как вспомните, я рассказывал недавно, что если хозяин дома не спит, то вор не посмеет войти в среди ночи в дом, чтобы что-то своровать. Сатва-гуна повысит вашу бдительность. Но проблема в том, что под влиянием сатва-гуны люди, как правило, склонны стремиться к спокойной жизни, что тоже не является... благоприятным для достижения нашей высшей цели. Но что говорит далее Кришна? При помощи сатва-гуны мы должны победить сатву. Как бы странно это ни звучало, это так. Как железо, только при помощи железа можно распилить железо, кусок железа. Только при помощи острой ножовки, которая состоит из железа, которая сделана из железа, можно распилить кусок железа. Это нельзя сделать золотой ножовкой или какой бы то ни было еще. Существует два вида сатва-гуны. И большинство из людей этого не знают. Существует рагатмик-сата, то есть сатва, которая побуждает нас наслаждаться спокойной жизнью. Когда преданный служит гуру и вайшнавам, каково его настроение? Преданный на протяжении своего служения. Существует два вида сукрити, которые может получить преданный, совершая преданное служение, совершая служение своему духовному учителю. В соответствии с чистотой служения он получает тот или иной вид благочестие, сукрити.
Баван Мукхи Сукрити. Сукрити, которая продвигает нас в нашем духовном развитии. But not without any interest. But they are so clever. They are so clever, not going to express this. Have some secret desire. After that, но если человек служит своему духовному учителю с корыстным желанием в сердце, он может быть даже и не показывать особо, что есть в него сердце такое желание. Тогда он получит сукрити второго вида, которое не даст ему бхакти. Если же служить гуру и вайшнавам без всяких интересов, абсолютно бескорыстно, можно получить, вы получите бхакти мукха сукрити. То есть, и сукрити второго, то есть бхакти мукха сукрити очень редко, далеко не каждый обретает его. Большинство из людей склонны бежать за деньгами, славой, положением. Нужно победить сатву и сатвой. Железо можно распилить только при помощи железа. Поэтому в этом нет ничего удивительного. Необходимо победить рагатмика сатву, то есть сатву, которая побуждает нас наслаждаться, то есть которая будет у нас настроение наслаждаться. Джива Госвами Пад написал в Сандарбхах. One is having different kind of desires at heart, speaking Harikatha. La puja patishta, oh Lord can worship me, ah, I am the only boss in the whole world. This is it. Another is that without any interest. Like the case I told about what man? Бескорыстное служение, которое... Same garland to him, but no preaching. He cannot speak Harikatha properly. Вспомните, как Прабхупада глубоко почитал своего ученика Тиртха Махараджа, который не мог говорить Харикатху должным образом. Точнее, он не являлся оратором и не был особо популярен среди публики. Во время коронавируса я дал 72 харикатхи на тему уникального положения Шрилы Прабхупады. Если вы послушаете, у вас начнет тело гореть, придется вам принять холодный душ. То есть имеется в виду, что то есть, во время коронавируса все сидели по своим комнатам, и делать было нечего. Тогда вы наверняка слушали. Если вы найдете время, послушайте эту харикатху. Вы почувствуете, как кровь в жилах у вас закипает. И, естественно, это приведет вас к успеху в баджане. Существует два вида проповедников. Тот, у кого в сердце полно корыстных желаний, и тот, кто не хочет ничего, кроме как доставить удовольствие Господу. Когда он говорит, могут слушатели могут прийти, могут присутствовать, а могут и нет.
но он продолжит говорить. Прабхупад говорит, что говорить о тысячах, даже если один человек примет сиддханту, которую я получил от моей парампары, то есть от Галока Вриндаваны. Я буду считать это великим успехом. Гауранга Махапрабху будет доволен мной. Он скажет, хотя бы одну обусловленную душу ты смог привести назад, смог привести домой. Everywhere, wherever I started speaking about the absolute truth, they kick me. No, I have no place where to go. Only forest. Где бы я ни начал говорить Харикатху, вот отовсюду меня выгоняли. И в конце концов не осталось места, где я мог бы говорить. Я жил в Читанимадхе какое-то время, говорил там Харикатху, и впоследствии там подобные проблемы начались. Везде, где бы я ни говорил о Прабхупаде, никто не хочет слушать. И в конце концов я стал, поселился на улицах Вриндавана, и Бхагаван схватил меня за шику и напомнил о том, что Гурудев сказал совершать мне Ванисеву. И тогда для меня нашлось место, где не было ни электричества, ни каких-либо удобств, очень маленькая комната, кругом шакалы. Я начал писать. Позднее написал жизнеописание Бхактивинода Такура. Что-то из того, что я написал, было опубликовано, что-то нет, что-то не было закончено мной. Три или четыре книги уже практически закончены, осталось только отредактировать, но времени на это нет. So this way, it was a great surprise. So in my own life, I have seen nobody like to hear absolute. Absolute to nobody. Итак, я сам своими глазами вижу, что мало кто готов слушать абсолютную истину. Есть те, кто готовы принять 70-80%, может быть, даже 90%, но кто готов принять абсолютную истину на 100%, необычайно редок. Is very hard. Nothing, no complaint. Only one. So this way, Jiva Goswami was speaking, Bhakta Swarag Nirago Divido Parikrita. If one speaker is having different kind of desire, then while you are hearing there's Harikatha from that Acharya or that so-called devotee, then you are going to contaminate your heart. Если вы будете слушать Харикатху из уст неискреннего проповедника, вы получите негативные результаты, вы осквернитесь. Об этом говорится в Падма-пуране. But if without any information you don't know that some snack came and wanted to drink some. То все равно, если змея заберется в ваш дом и попьет из кувшина с молоком, а затем вы, не зная о том, что произошло, сами попьете оттуда. Вы умрете, потому что молоко отравлено. Молоко стало ядовитым после того, как змея прикоснулась к нему. Точно так же трансцендентная Амрита Шримад Бхагаватам осквернится
из-за соприкосновения с грязной камой в сердце лживого проповедника. Из его сердца она выйдет, коснется ваших ушей. И разные неблагоприятные мысли пробудятся в вашей голове. Как много из нынешних Гаудия Матхов следует наставлениям Шрилы Джива Госвамипада. Нынешнее положение плачевно. Итак, спикер, который обладает глубочайшей верой в Бхагавана, тот, кто говорит от всего сердца, Харикатха исходит из его сердца. Такой проповедь такого проповедника, даже если одно слово вы услышите от Шрилы Прабхупады, это навсегда отложится, оставит отпечаток на вашем сердце. То есть такой проповедник, безусловно, изменит всю вашу жизнь. В комментариях к Упадешам там Бхактивинода Такур говорит. It is written in Hari Bhakti Vilas. Nobody cared to follow. What is written? То есть и в комментариях Бхактивинода Такура то есть Бхактивинода Такур говорит, что сейчас мало кто следует тому, что сказано нашими госвами. То есть несмотря на то, что шесть госвами четко описали, дали четкие наставления, мало кто следует в наше время им. Then he become Ravan. Follow. Who is going to heaven? He is going to get power. Заняв место Индры, живое существо превращается в Равану. One powerful king was sent to take responsibility of heaven. Однажды один могущественный царь по имени Нахуш был отправлен на занять место Индры. Но как только он прибыл туда, он сел в трон Индры и заявил: «Я царь райских планет, забыл обо всем». Он подумал: «Если уж я занял положение Индры и сел на трон Индры, то я могу насладиться женой Индры. Значит, теперь она моя жена». Но супруга Индры, благочестивая женщина, он силой хотел завладеть женой Индры. Тогда Муни и Риши собрались и стали обсуждать, что можно сделать, чтобы прогнать его. Они сказали жене Индры: «Не плачь. Как только он скажет, в очередной раз предложит тебе стать его женой, согласись. И скажи, что ты готова, но только если ты... Если он прибудет навстречу к тебе на паланкине с великими, которые будут нести великие риши». Когда она сказала все это на ушу, тот тут же согласился: «Конечно, это проще простого, я же царь, могу устроить все, что угодно». И он сказал: «Давайте, готовьте паланкин, сейчас я поеду к ней». Риши и Муни взяли этот паланкин, он сел туда. То есть посмотрите, какое высокомерие.
сам Рамачандра и Шри Кришна выражают почтение Муни и Риша, а он заставил их нести свой паланкин. Они стали трясти его. Помните, как в истории с Рахуганой? И он стал на них кричать. «А ну, несите нормально, несите ровно, идите скорей». Потому что когда у нас в сердце кама, если какие-то препятствия встают на нашем пути к наслаждению, мы тут же гневаемся. Об этом говорится в Гите. Light explanation, very nice. Then he become kama inside. He like to get it quickly. Oh, so many times. Hey, go quickly. I can't. Rishi Munis. Go quickly in Sanskrit. Sarpo, sarpo, sarpo. На санскрите шарпо означает скорее, сарпо. Тогда один из могущественных риши разгневался и сказал: «Пусть ты станешь змеей». И тут же он превратился в змею, то есть упал с паланкина и стал змеей. Итак, те, в чьем сердце кама, очень легко могут быть обмануты. Их очень легко обмануть. Потому что они на самом деле... То есть кама отупляет, притупляет сознание, притупляет разум. Но тот, кто лишен камы, его невозможно обмануть. Точно так же, как невозможно было обмануть Шрилу Прабхупаду, Бхактивинода Тхакура. Они знают абсолютно все. Они могли знать, что будет в будущем, и прекрасно знали прошлое. Вы что-то делали, может быть, в прошлом, что они хотели бы знать, чтобы вы не хотели, чтобы они знали, но они знают все. Когда Бхактивинода Тхакура сидел и повторял харинам, окружающие могли думать, что он не знает, то есть ни о чем не догадывается. Но он прекрасно знал, что происходит в сердце того или иного преданного. Итак, Джива Госвами предупреждает, что Вьясасан должен занимать только преданный, который свободен от камы. Тот, кто может распахнуть свое сердце, и там не будет никакой камы, как это сделал Хануман. Хануман распахнул свое сердце, разорвал свое сердце, то есть открыл сердце, показал Рамачандре, что внутри его сердца Рамачандра и Сита. То есть всюду в моих, по моим венам, всюду Рамачандра и Сита Деви. К моему Гуру Махараджу приходили многие-многие преданные, и все они видели, как мой Гуру Махарадж, точно так же в его сердце был Прабхупада, и он постоянно, день и ночь повторял: «Прабхупад, Прабхупад, Прабхупад». Итак, упа-саматхик сатва, при помощи нее можно избавиться от мирской сатвы. Рагатмик сатва не так уж и плохо. В материальном мире, даже в материальном мире она не часто встречается. Трансцендентная сатва поможет нам утвердиться в преданном служении.
именно на ее почве мы сможем построить наше, наш дворец бхакти. Можно, может возникнуть вопрос, ведь далеко не каждый может принять прибежище садхгуру, ведь он так редко встречается, так редко можно встретить его. Каков же процесс, при помощи которого любая, каждая джива сможет достигнуть хоть какого-то прогресса? Бхагаван говорит, он не дает сейчас абсолютный ответ. Поскольку наставления касаемо абсолютной истины могут выполнять только преданные. Если что бы вы ни делали, вы будете делать под влиянием гуны благости, будете принимать благостную пищу, будете читать благостные книги, рано вставать, рано ложиться. Если всю свою жизнь вы выстроите в гуне благости, вы обнаружите, что ваша жизнь, то есть гуна благости влияет на вас значительно больше. И вот именно в тот момент, то есть в это время, вы гораздо проще будет следовать Шри Гуру. То есть Бхагаван Шри Кришна говорит, нужно все время поклоняться сатве. То есть имеется в виду выстроить свою жизнь в сатве. Время, мантра, самскары. Имеется в виду, что вся жизнь должна быть выстроена. В благости. Наша жизнь должна стать благостной. Об этом говорит Кришна. Ни одна из гун материальной природы не имеет доступа к нашей атме. Они влияют лишь на разум, на ум. Если вы откроете свою атму, то есть увидите ее, то поймете, что она ничем не осквернена, она абсолютно чиста. Но мой ум материален. Я, руководствуясь этим материальным умом, пытаюсь достигнуть трансцендентного Бхагавана. Это главнейшая ошибка, которую мы совершаем. Мы думаем, о, я очень разумный, я точно достигну Бхагавана. Но таким образом это сделать невозможно. При помощи материи невозможно обрести трансцендентное. Это самая главная ошибка, которую совершают люди. Однако существуют разные виды шастр. И в тамагуне, и в раджагуне. Существуют даже мантры, при помощи которых можно убить человека.
Так называется это учение. Авичара мантра. Никогда не прибегайте к помощи таких мантр. Если вы будете делать это, ваша жизнь будет разрушена. Наполнится страданиями. Те, кто делают это, потом глубоко страдают. Бхаг-базаре, на Бхаг-базаре около Мадха жил один тантрик. Он проводил разные обряды и решил. То есть он соприкоснулся с... То есть та же тантра, которую он использовал, погубила его. Вспомните историю Вайканас Махараджа. Вайканас Госвами Махарадж жил в месте под названием Брахмапуром, который находится между... где-то рядом с границей Орисы. Он дал саньяса одному человеку, затем один тантрик захотел убить его. Несмотря на то, что тантрик всячески пытался причинить вред Махараджа, он хотел убить Махараджа при помощи тантры, он проводил особый обряд, но в это время Махарадж, то есть он хотел, во-первых, сделать так, чтобы Махарадж не смог говорить харикатху, а во-вторых, убить его. И все два часа Махарадж безостановочно говорил харикатху. И когда этот тантрик закончил, когда харикатха закончился, этот тантрик сам подошел к Махараджу и к Вайканас Госвами Махараджу и предложил ему поклоны. На этом я остановлюсь. Завтра я буду объяснять эту шлоку. Ванча Карпатурушики. Патитанам Павне Кришна.